Всех поздравляю с праздником Рождества Божьей Матери. With the Feast of Nativity of Mother of God. Почему мы празднуем Рождество Богородицы и почему вообще в православной церкви такое почитание Матери Божьей оказывается? Why do we celebrate Nativity of Theotokos and why in general in Orthodox Church we are giving so much veneration and love to Mother of God? Создание, когда Господь создал видимый мир и невидимый и захотел посетить его, понадобилась дверь для того, чтобы Бог в этот мир, в свое творение смог войти в образе человека. After when the world was created, visible and invisible, when God wanted to enter this His creation in the image of man for our salvation, then there was a need for a door for Him. И Бог не может пройти через любую дверь, будучи царем, будучи таким великим. У нас есть, видите, в церкви царские врата. We have in the church royal gates. Это врата для царя. These are gates for the king. Царь небесный больше всякого царя земного. The king of heaven is more than any earthly king. И, как я сказал, не может он пройти через любые врата. Ему нужен был особый вход. And as I said, he couldn't enter through any door. He needed very special royal gates. И вот сегодня мы празднуем начало, можно так сказать, начало строительства этих царских врат. And today we could say this, that this is the beginning of construction of this door, of this royal gates. Церковь говорит о Матери Божьей, что она дверь небесная. The church says about Mother of God that she is a door of heaven. И как Бог не может войти и не может пройти ни через что нечистое, поэтому была особая забота употреблена им о том, чтобы создание этих дверей, чтобы эти двери, они были чистыми и достойными его входа. And we know that God is not entering and not going through anything unclean. Therefore, a special care was taken by him when he was creating this door for himself to go through, to enter this door. И поэтому мы зовем Матерь Божью Пречистой. Therefore, we call Mother of God the most pure. Потому что она была очищена так, как не был очищен ни один человек от создания мира и не будет очищен до конца. Because she was purified in order God to go through her and enter more than any man who was born from the beginning of the world and will be purified until the end. That's why she is the most pure Mother of God, the door of heaven. Спаси Господи всем ангела-хранителя, the angel be with you, and завтра литургия начинается в 6 часов утра, и завтра. Спаси Господи.